В Новосибирске мэр, видимо, настолько хорошо справляется со своими обязанностями, что его решили сделать президентом. Неизвестно пока, как Анатолий Локоть оценивает свои шансы в предвыборной гонке с Владимиром Путиным, но инициативу КПРФ о его выдвижении он прокомментировал. И поделился идеями, какое решение принял бы в первую очередь, став главой государства. Я мэр города Новосибирска. Сегодня я настолько погружен в решение проблем города Новосибирска. В снег, крыши, очистку дорог, строительство, обманутые дольщики, проблемы ЖКХ, транспорта, ну и так далее, и так далее. Поэтому хватает проблем. Ну, думаю, что часть из этих проблем можно было бы решать в том числе при содействии федерального уровня.